Всех приветствую. Продолжаем рассматривать работы художников, скульпторов с описанием по книге «Великие музеи мира». Антонелло де Мессина. Портрет молодого человека. Около 1474 года. Холст масла 32х27. В 1470-е годы значительное место в творчестве Антонелло де Мессины стали занимать портреты. Можно с уверенностью сказать, что он был самым крупным портретистом Кварточента. Они отмечены чертами нидерландского искусства: темный нейтральный фон, точная передача мимики модели. Искусство мастера оставило глубокий след, особенно венецианской живописи конца 15-го, начала 16 веков. Фон и головной убор молодого человека на этой картине в первоначальном варианте был черного цвета, что концентрировало внимание зрителя на лице модели. Исследователи единодушны во мнении, что при большом количестве портретов, написанных де Мессины, данный лучший в психологическом плане. Он передает удивительное богатство оттенков настроения и характера героя. Если сравнить работы художника с литературными портретами, сделанными его современниками, писателями, в их произведениях, то станет очевидно, что живописные характеристики мастера гораздо разнообразнее и глубже. Довольно много трафаретных описаний, строящихся на нанизывании избитых эпитетов: красивый, приятный, прелестный и других. Ну, вот такое описание к работе Антонелло де Мессина «Портрет молодого человека» около 1474 года я нашел в книге «Великие музеи мира». Пока-пока, до свидания.